Пришла весна, а с нею и необходимость начинать на территории города генеральную уборку. Снег практически растаял, обнажив не самые приятные виды нашего любимого города. Администрация Кунгура предлагает всем начать приборку там, где мы живем. Проведение массовых мероприятий по санитарной очистке и благоустройству стало доброй традицией среди горожан, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, школьников и студентов. Согласно постановлению администрации города, с завтрашнего дня стартует ежегодный экологический марафон «Чистый город», который продлится до 20 мая. Всех, кому не безразлична чистота нашего города, руководство Кунгура призывает присоединиться к марафону и навести порядок на улицах и во дворах.